Конвекционные печи для бани не могут создать в парной микроклимат русской бани. Именно этот стереотип разрушает одна из самых популярных банных печей на отечественном рынке – печь «Русь». 15 лет назад печь «Русь» от Теплодара создавалась с таким расчетом, чтобы быстро прогреть камни в каменке и не пересушить в парной воздух. У инженеров Теплодара получилась настолько сбалансированная конструкция, что уже полтора десятка лет эта печь в топе продаж по всей России. Что это? Любовь ко всему русскому или же действительно удачное решение? Давайте попробуем разобраться. Что отличает печь «Русь» от других печей, пускай и того же производителя? Очевидно же, большая корзина каменки и скромные нагревательные поверхности. В этом ли секрет баланса? Да, именно в этом. Конвектор настолько мал, что с фронтальной стороны печи он вовсе отсутствует. Но и тепла, исходящего от топки, достаточно для нагрева воздуха в парной до 80 градусов. Самое важное, что за это время в большой корзине каменки успевают прогреться камни. Вот где баланс. Топка изготовлена из нержавейки. Кроме того, есть практически неубиваемые модификации из 4-мм нержавейки IC-439 с увеличенным ресурсом. А давайте заглянем в каменку. Здесь нагрев происходит от центральной части, дымосборника. Опять же, нагрев круговой и равномерный. Абсолютно все камни в этой каменке равноудалены от раскаленных поверхностей. И все камни могут участвовать в парообразовании. Пар с камней Руси очень комфортный, пусть и не такой, как с камней закрытой каменки других печей. Но в сочетании с мягким температурным режимом, создаваемым усеченным конвектором печи, он просто изумителен. Крайне рекомендую перед выбором банной печи по возможности сходить в баню с установленной печью «Русь». Благо, что сделать это довольно просто. За 15 лет этих печей было продано десятки тысяч. Неважно, какую печь вы выберете – на 9, 12, 18 или более кубов – все они создают примерно одинаковую кондицию в парной. У всех большие каменки и примерно одинаковая динамика нагрева. Пусть внешний вид у печи не самый современный, но печи «Русь» поистине удалось завоевать народную любовь. Печей с такими характеристиками очень мало. Друзья, мы рекомендуем только ту продукцию, в которой уверены сами. Заходите в магазины «Фарнакс», посмотрите на печи вживую и составьте окончательное мнение о покупке. Ну а я сейчас пойду париться в бане с печкой «Русь». Желаю вам легкого пара. Счастливо!